Это еще дальше надо, еще да? дальше, вот, вы смотрите, вы... давайте. Возле того коня, да? Вот возле коня, да, там будете очень хорошо смотреть. Господа, подскажите, мне сейчас надо встать за 50 метров отсюда по закону, но у меня с собой нет удостоверения личности. Что мне делать в таком случае? Это же не запрещено, сколько я понимаю. Значит, уважаемые граждане, запрещено проведение одиночных пикетов. Спасибо. Запрещено участие в личных мероприятиях. Граждан уже два и более раза опубликовались по статье 5.38, 20.1, 20.2, 20.38, ну и так далее и тому подобное. У меня ничего с собой нет. Мы не сможем, не сможем установить вашу личность. Я встану тогда, тогда я встану. Пойдемте. Что, какие вы женщины? Ну, у меня есть при себе паспорт, они ко мне подошли и говорят, напомните ваше имя и отчество, они меня знают, они забыли. Речь не о том, что они могут докопаться, речь о том, что к вам могут подойти нодовцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Не волнуйся, ради бога. Действительно, дата не круглая, и, наверное, традиция отмечать этот день именно в Петербурге до сих пор не существовала. Ну, для того, чтобы традиция возникла, всегда что-то происходит первый раз. Почему мы решили выйти сегодня на эту тему? Вот там многие нас спрашивали, а зачем? Вроде как много времени прошло, не актуально. На самом деле, с моей точки зрения, все очень даже актуально, потому что сейчас очень сильно нарастает такая волна так называемой ностальгии по Советскому Союзу. Вот поэтому вот на этих вот, видите, у нас сделана единая шапка на плакатах. Хочу в Советский Союз, то есть как бы вот мы задаемся таким риторическим вопросом, чтобы каждый гражданин, это прочитавший, задумался, а действительно ли так было замечательно в этом самом Советском Союзе, где государство рабочих и крестьян расстреляло мирную безоружную рабочую демонстрацию. Причем это, заметьте, произошло не при Сталине, это произошло в самую, в общем-то, общепризнанную либеральную эпоху при Хрущеве, так называемую оттепель. Вот такие вот события, которые долгое время замалчивались. Это одна из таких характерных примет советского времени, самого либерального периода этого советского времени. Вот мы поэтому вышли сегодня напомнить об этом, и чтобы каждый гражданин задумался, а нужно ли туда возвращаться, в этот самый Советский Союз. Ориентировочно, да, доски пустые. Я думаю, что еще минут 40 поставить. Так, я тебя сменяю. Спасибо. Листовочки раздаваю, я включаюсь. Спасибо, да, от меня больше толку на листовочках. Больше толку. Да, спасибо, спасибо, Евгений. Естественно. Да. Тем более, тема моя любимая. Евгений Леонидович. Правды не скроешь, хотя в Советском Союзе события тех дней замалчивались. Широкие круги населения нашей страны узнали об этом только с началом перестройки. Но на фоне героизации советского прошлого и такого вот разгула советского реваншизма совсем недавно был снят художественный сериал «Новочеркасской трагедии» о событиях тех дней. Я не знаю, как такое могло получиться, как нынешняя цензура его пропустила, но я очень благодарен тем людям, благодаря которым он вышел на экраны. И правда стала доступна широким кругам населения. Пусть облаченная в какую-то художественную форму, но это даже хорошо. Она так легче воспринимается людьми. Сериалы им привычнее. Пусть это так будет. Году примерно в 75-м, то есть мне было 15 лет, слышал легенды, ну, примерно в совершенно искаженном виде, примерно, что где-то в 50-х годах город Новочеркасск возмутился, сделали забастовку, и город сравняли танками с землей. Вот на таком уровне это как бы среди народа ходило. А первый раз я об этом прочитал в архипелаге ГУЛАГ Солженицына. Ну, тоже где-то в конце 70-х годов, естественно, в самиздате. Мельком в Москве на каком-то митинге, году в 89-м, наверное, мы туда ездили по случаю, видел Петра Сеуду. Это один из участников новочеркасской забастовки, отсидел в лагере, значит, за нее. Во многом ему обязаны, он много занимался восстановлением, значит, исторической правды. Был убит в 90-м году при невыясненных обстоятельствах. Ну вот, все мое знакомство с участниками забастовки. Разницу в возрасте надо понимать. Нацгвардия сработает. А может, не сработает. А может, не в ту сторону сработает. Кто его знает. Жизнь многообразна. Получается.
Я в детстве жил в Ростовской области, был мальчиком, когда это происходило, и доходили такие слухи, что там масса крошева, это, что все люди исчезали, не просто, вот просто забирали людей, кто это видел, и они исчезали навсегда. Вы, наверное, знаете. Я знаю. Чуть ли не сами там были, я говорю. Да, да. Наши годы. Вы не оттуда, не с юга? С юга, с Кубани. С Кубани? Ну, в Ростов. Да. Я был в значительной степени советским юношей. То есть, будучи критически настроенным к разным сторонам советской жизни, какие-то общесоветские вещи, то есть вот то, что социализм – это хорошо, в этом у меня не было сомнений. Второе. Я был антисталинист. Вот только что я вместе со всеми переживал там, ну не только что, несколько лет назад, 20-й съезд, разоблачение культа личности Сталина и так далее. И соотнести расстрел людей с Хрущевым и с теми, кто вот этим разоблачением занимался, мне было очень тяжело. Я в ответ на эту историю сказал, этого не может быть. Слухи об этом распространялись, но распространялись достаточно глухо. Я думаю, что это было связано не только с тем, что об этом опасно было говорить, но и с тем, что это было невозможно принять. За исключением некоего количества людей, которых было очень мало в стране, я думаю, их были сотни, которые более или менее вообще все понимали, вот для остальных людей это была внутренняя запретная тема, потому что картина мира рушилась, значит. Да, это так. Я, конечно, не поверил. Такого не могло быть. Просто никак не могло быть. А затем, уже когда, спустя несколько лет, я ехал автостопом на Кавказ, то проезжал мимо этого города, и там мне уже говорили те, кто это знали наверняка. Я сам воспитан в Советском Союзе. Я безмерно благодарен советской власти за то, что она сделала для меня. Но вернуться не хочу. Ни за что. В завершение скажу. Я считаю, что советский период, при всей его жестокости, был все-таки предопределен всей русской историей. Поэтому, хоть это очень страшно, хоть это очень трагично, и ни в коем случае невозможно принимать никогда, ни при каких условиях, нужно смириться с тем, что такая наша история, и постараться оберечь себя от того, что было тогда.